летим на море. Причем летим, можно сказать, бизнес-классе на первых местах. Это очередной наш отель на Сейшелах, называется Tamas Holiday Apartments. Да, расположен недалеко от пляжа Бо-Валон, на подъезде прямо к нему. А, вот, приехали мы сюда всего на 2 дня. На машинке. На машине, вот на такой машине. Здесь очень крутой подъем к отелю. Да, мы, кстати, его покажем, этот подъем тоже. Вот, сам отель выглядит так, это 6 номеров, расположенных в 2 этажа. Отельчик. Ну, с виду, я бы не сказал, что он прям очень такой вот с поверхности презентабельный, но его видно вообще издалека. Мы отлетали на коптер на 1,5 километра, и отель было видно, то есть это как ориентир. Он расположен, получается, на горе. Территория такая, есть парковка для машин, можно всегда поставить свою машинку, все безопасно, хорошо. Охраняет все это дело собака по кличке Доминик. Классная кличка для собаки. Классная кличка, но Вера ее не видела за 2 дня ни разу, эта собачка. Мы оставили рис с овощами, надо было скормить ей. Вот. Территория такая прикольная, везде цветочки. А рядом идет стройка. Мне кажется, это тот же самый отель, просто он расширяется. Может быть, а может быть, это другой отель какой-то. Ну, так, тоже может сейчас быть, поднимемся, да, к нашему номеру. Есть мойка для ног. Мойка для ног. Удобно очень. После пляжа, есть и помыть. Снизу краны, сверху. Мы жили на 2-м этаже, получается. Самые-самые видовые номера. То есть, если есть возможность, на сайте booking.com можно в пожеланиях указать, что номер на 2-м этаже. Так можно? Ну да. Ну, куча сушилок, шикарные виды. Также вид классный, да. Шикарный вид на Бо-Валон. Сегодня с утра была прекрасная погода и был вид даже на остров Силуэт. Силуэт очень классно проглядывался, даже видно было все скалы. Да, это первый раз, когда мы видим скалы на Силуэте. Ну, пошли к номеру. Ну, это, в принципе, вот окно нашего номера. Окно нашего Еще номера. Одно окно нашего Слуховое номера. Окно нашего номера. Санитайзер. Здесь все правила по технике безопасности соблюдены. Это вот кухонная зона, у нас уже там убирают. У нас сейчас уборка номера. Вот, собственно, вот это наш номер. Вот она, кухня при входе сразу. Здесь есть все для жизни. Я бы здесь пожила не 1, не 2 дня, а где-то недельки, хотя бы 2. Вот, а это самое главное. Это комната с офигенным балконом. То есть с балкона открывается вид. Мы его первый раз увидели уже в ночи в темноте. Но он даже в темноте был классный. Интерьер классный вообще, просто. Отель... Все в таких оттенках шикарных. Отель очень чистенький, то есть все чисто, все прибирают, все хорошо. И вот, ну, самое главное, это вид. Вид на весь Бо-Валон, на всю бухту, то есть вид на горы. Ну, давай покажем вид. Это коронная часть этого номера. Это, наверное, самый классный номер вот здесь, вот в этом отеле. У нас рядом есть соседи, но у нас, получается, сбоку, с левой стороны нету никого. И все, нам ничего не закрывает обзор. Такая обеденная зона. Да, тут завтракали 2 раза. То есть очень такая приятная зона с деревянными стульчиками. Классно. Неожиданно, да? Да, неожиданно. То есть, что, ну, у нас такой вид. Тут на самом деле, потому что 6 номеров всего, мы не знали, в какой номер мы попадем по итогу. Но оказался вообще номер просто класс. Панорамное остекление, сразу наша спальня. Большая кровать с хорошим матрасом. Удобный матрас, да. Есть тумбочки, много розеток. Шкаф купе. Шкаф огромный, который мы даже не использовали. Мы не выкладываем вещи, потому что мы переезжаем через каждый день из отеля в отель. Мы путешествуем как цыганский табор. Здесь есть все, телевизор. Мы не разобрались, как он запускается. Что-то он не совсем работает. Здесь также есть окно. Тут сушилки. Все. И также вид на Бо-Валон. Но вид на Бо-Валон, конечно, из балкона, он шикарный. Кондиционер есть. Кондюк есть, тоже не пользовались. Температура комфортная, ничего не нужно. Ванная комната. Тоже все новенькое, очень чистенькое. Столешница из камня, опять же. Все в плитке. Все чисто, хорошо, красиво. Но отель прям класс. За свои деньги это очень хороший вариант.
То есть сам готовишь, номер классный, все классно. Это естественная вентиляция, проветривается. Душевая кабина. Все очень удобно. Горячая вода все. Есть, все есть. Абсолютно все классно. То есть такая ванная светлая, яркая, чистая. Самое главное, вот что для меня очень важно. Вообще номер очень чистый, очень комфортный, уютный и с шикарным панорамным видом на Бувалу. Да, то есть номер нам очень понравился, так что по ценнику в районе получается чуть меньше, чем 100 евро за ночь. Да. Ценник это очень хороший, хозяйка хорошая, то есть особо не лезет, никто не приходит постоянно. Вот, все очень хорошо, так что отель рекомендую. Отлично. Тамас Holiday Apartment. Как жаль, что мы уезжаем сейчас. Я бы пожила здесь еще. Здесь классно. Очень рекомендую. Мы сейчас на заднем дворе. Это задний двор, но для кого-то этот двор передний. Этот двор передний для тех, у кого вилла на первом этаже расположена, апартаменты. Вот здесь также горшки с цветами, точно такой же вид, точно такой же классный вид на пляж Бувалон. Тут есть, в принципе, даже небольшая зона барбекю, но нам некогда было ей пользоваться, потому что мы, как обычно, все наскоком, все галопом. Все в зелени, в растительности, все очень красиво. Брэдфруты и лисы. Лис особо нет, вот брэдфруты в достатке. А машину не надо ставить под брэдфруты, потому что брэдфрут или кокос может упасть и промять крышу машины. Вот у нас, например, машину нам отдали как раз с промятой крышей. Спуск сейчас покажу. И самое интересное, да, это спуск или подъем. Вот такой вот прям очень крутой подъем, примерно вот как здесь еще полога. На площадке есть упражнение горка, только горка длинная. Может быть, на камеру не очень видно, как здесь круто, но на самом деле очень круто, потому что машина идет с пробуксовкой. Ну да, здесь очень крутой спуск. Может быть, сейчас будет этот грузовик заезжать, как раз будет видно. Ох-ох-ох, как он летит-то, а? Так, чуть-чуть, да? Ну, он очень круто. Ну, он как раз с разгона получает. Очень круто грузовику заезжать. Ну, ему тяжело получилось, да. Ну да, конечно. Со шокоблоками-то. Сборки для стройки. И собаки нам говорят, что нельзя их снимать. Частная собственность и посмотри, все такое. Блин, какие они. И напоследок еще раз покажем шикарный вид. Вот он. А вот вид немножко с другого ракурса. Feeling me, baby, won't you give it up? And we both know that this could be something, but that ain't enough. Cause when the leaves start falling down, I need to